В Закарпатье судья, который уже в 2014 году совершил пьяное ДТП, уже месяц возглавляет районный суд. Представьте себе, на трассе Киев-Чоп он выехал на встречную полосу, столкнулся с «Жигулями», водитель «Жигулей» погиб. И теперь виновник этой трагедии вершит правосудие. В прокуратуре, конечно же, обещали судью наказать, но получилось, что его даже повысили.